Итак, друзья мои, слава Господу! Вы знаете, для нас большая привилегия, что каждый из вас является частью одного большого движения, христианства, под названием христианство. Проблема в том, что большинство людей, не только в этой стране, вообще, может быть, в мире, но в нашей стране особенно, как сказал еще Достоевский в свое время, он говорит, Россия крещена, но не просвещена. Среднестатистическая женщина в России никогда в жизни не открывала вот эту книгу, Библию. Никогда не открывала, никогда не читала. И она, собственно, не знает, что такое христианство. Она не знает, что христианство учит раскрывать внутренний потенциал, что христианство говорит о том, что есть жизнь после смерти. И вы знаете, когда я в свое время, будучи, считал, что я христианин, только потому, что у меня висел крестик на шее, только по этой причине, я почему-то представлял, что Бог хочет от меня, если уж служить Ему, то я должен ходить в черных одеждах, я не должен иметь семью, я не должен иметь детей, я должен закрыться где-то в монастыре. И все, что яркое и хорошее, это должно не принадлежать вообще человеческому, то есть не принадлежать мне, как мужчине. Но через некоторое время, слава Господу, однажды я услышал проповедь одного проповедника на улице, человека, он мне рассказывал Евангелие, потом я на работе с ним общался, и я увидел, что мой Бог, вернее, Бог Библии, это не тот Бог, который представляют себе люди на большинстве своем. Потому что религия сама по себе делает людей глупыми. Библия говорит о том, что Бог создал радугу. Библия говорит, что Бог создал мужчину и женщину, чтобы они любили друг друга, вступали в семью, в брак вступали. Так, Библия говорит о том, что люди одевались красиво еще в те времена. Но почему-то религиозное мышление, оно мне говорило, ты не должен жить с женой, ты должен уйти в монастырь, ты не должен одеваться красиво, ты не должен иметь детей. И я все время думал, ну где же истина? И когда я стал читать Библию, слава Богу, что меня в третьем классе или во втором, в каком там, научили нормально читать. И когда я стал читать, я стал разбираться. И увидел, что в моем сердце забилось желание, знаете, жить так, как говорит Господь. И оказывается, для этого не нужны многие религиозные причиндалы. Для этого, оказывается, нужно только иметь открытое сердце. Самое главное. И я помню песню, помните, такая известная песня, я как-то уже один раз хвалился. Песня есть такая старая русская, там, не старая русская, а старая попсовая. Муж такой, ну, должен быть, чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил, чтоб зарплату отдавал, тещу мамой называл, был к футболу равнодушен, а в компании не скушен, и к тому же, чтобы он и красив был, и умен. Помните, 10 качеств, вот я их перечислил. Удивительная вещь, когда я пришел к Иисусу Христу, сам не зная того, 17 июня 1993 года, будучи парнем 21-летним, я пришел с сигаретой в зубах после очередной пьянки, после очередного там флирта какого-то жизненного, после просто гулянки. Это была жизнь любого моего соратника, моего друга. В принципе, ну поймите, это была такая обыкновенная жизнь. И я считался верующим. У меня тоже был крестик. Я даже в крещение там в зиму купался в проруби. Все как положено. Даже иногда я приходил что-то на исповедание. Но я понимал, что если Бог есть, то я точно иду в ад, потому что я-то свою жизнь знаю. И мне захотелось быть на кого-то похожим, захотелось быть настоящим мужчиной. И как ни странно, в Библии я увидел мужчину по имени Иисус. И вы знаете, Иисус был именно настоящим образом мужчины. И знаете, он не был нищим, в том смысле, как люди думают, с дырявой сумкой, уродливым, слабым и хриплым. Иисус был настоящим мужчиной, к нему тянулись люди. И знаете, вот в нем была именно сила, правота и справедливость была. Он, если бы у него не было миссии умереть на кресте, то наверняка он был лучшим, был бы мужем. И вы знаете, удивительно, когда 17 июня 93 года я пришел ко Христу, я в слезах реально по-настоящему покаялся, это было 6 часов вечера, сегодняшний день, я сказал, Господь, измени меня. Мне хочется, чтобы ты жил во мне, а я жил в тебе. Я не знал, как это объяснить. Я не понимал, что со мной происходит. Там не было икон, не было, может быть, крестов. Но я точно знал, что люди, которые это говорили, со мной читали Библию, я точно знал. Они Бога знают. И вы знаете, я понял, что жизнь изменилась. Я стал своим друзьям рассказывать о Боге, говорить, слушайте, ну ведь жизнь может измениться. Мои друзья гулящие и гулящие, они не могли понять, о чем я говорю. Оказывается, можно эти 10 качеств исполнить. Чтоб не пил, не курил, цветы всегда дарил. Чтоб зарплату давал, тещу мамой называл. Был к футболу равнодушен, в компании не скучен, и к тому же он, что там, и красив был, и умен. Я говорю, Бог создал каждого мужчину красивым. Если он изменится внутри своего сердца, он будет дарить своей жене цветы, так ведь? К футболу он не будет ценить больше, чем своя семья, это естественно. И, конечно, к теще будет у него хорошее отношение. Почему теща пилит своих зятьев? Потому что зятья гуляют и бухают, само собой. А если зять любит его, ее дочь, то все будет нормально. Но поймите, человек не способен это делать сам. Это способен только сделать Дух Святой, по-настоящему прикоснувшись к сердцу человека.
И я вам как бы сейчас, перед тем, как я буду читать место Писания, я вам расскажу одну шутку, которую я прочитал прямо сегодня. Она меня очень хорошо впечатлила, сильно. Прямо сегодня в Reader's Digest прочитал шутку. Как женщины ценят мужскую верность. Вот насколько она важна. Однажды мужик, совершенно мирской, проснулся утром, после пьянки проснулся утром с похмелья, с ужасного. Просыпается, смотрит, у него стакан воды стоит на тумбочке, две таблетки аспирина. Он такой вокруг посмотрел, смотрит, одежда хорошо уложенная. И смотрит записка. Жена говорит: завтрак, дорогой, на столе, я ушла, там приду во столько-то. Он ничего не поймет, вчера был пьяный, дрободан. Он сыну говорит: слушай, а что я такого сделал вчера? Он говорит: да пап, ты вчера пришел невменяемый. Ты, говорит, головой в дверь ударился, разбил любимую мамину вазу, там что-то натворил, порвал половик, упал мимо кровати рядом. И мать тебя поднимала, положила на кровать. Но когда она стала снимать с тебя штаны, ты ей сказал: женщина, отстаньте от меня, я человек женатый. Представьте, как жена это оценила. Оценила мужскую верность. Я думаю, друзья, Бог вкладывает в каждого из нас желание быть верным. Желание быть в том потенциале, который Бог вложил. Я уверен глубоко, каждый мужчина может быть верным женщине, если он встретится с живым Христом. И каждая женщина может измениться, какой бы она падшей ни была, если она встретится с Христом. Об этом моя проповедь. Она называется «Измененная женщина». Давайте посмотрим с вами место Писания. «Измененная женщина». К сожалению, наша страна хоть и крещена, как мы говорим, к сожалению, редко читают люди Библию. Но мы должны быть людьми, которые, для которых Библия самая важная. Я, друзья, глубоко убежден. Женщина, молящаяся, это красивая женщина. Вообще поза на коленях, молящаяся за своих детей, за свою семью. Женщина, это самая прекрасная поза. Вы знаете, женщину всегда будут ценить, которая понимает, что она бессильна перед какими-то обстоятельствами. Но она знает, что у нее есть спаситель и защитник, который на небесах. Она, может быть, не знает будущее, что будет после смерти, но она знает, что у Бога есть ответы на все ее молитвы. И вы знаете, вот то, о чем сегодня говорила моя жена, я чуть не плакал, слушал вот эти слова об Ане, о Саре, еще о других. Заметьте, что все эти женщины нашли выход именно в Боге, потому что им говорили: у вас никакого будущего. В Библии сказано, что Анна, она плакала целыми днями, потому что у нее не было детей, и ее соперница постоянно унижала ее, и она знала, что никто не даст ей утешения, только в Боге будет ее утешение. Бог пришел и ответил ей. Когда Мирьям, она, наверное, в то времена, если бы она была в России и жила, ее бы повесили за то, что она организовала первые танцы и прославление Бога. Но это в Библии. Мирьям собралась, взяла тимпан и стала петь, потому что она сказала: мой брат вывел народ израильский, а его поставил Бог. И в конце концов Господь вывел наш народ из Египта, из рабства. И она пела. Ей было все равно, что подумают люди. Вот это женская природа, представляете? Ей было все равно. Она взяла бубен и стала танцевать. Мой Господь, Он все сделает. Он все устроит. Я не знаю, его не видела в глаза, но я знаю, что мой Бог превыше всего, всех же земных обстоятельств. И наоборот, я думаю, наверное, нет более вульгарной женщины, которая не верит в Бога, которая ненавидит вокруг людей, которая самоуверенная, не просто уверенная в себе. Бог дает уверенность в себе, но самоуверенная. И которая оскорбляет соседей, оскорбляет Бога и говорит: что мне Бог дал? Это ужаснее не бывает. И, кстати, такие женщины тоже в Библии есть, как ни странно. Они есть, и они описаны. Написано, что Иродиада была очень грубая женщина, которая в своих целях, она спала с кем угодно, она достигала своих карьерного своего роста и осталась несчастной. Когда царица Астинь, вы слышите меня, да? Когда царь сказал: приди, он хотел похвалиться своей женой. Просто чтобы показать жену свою, ну действительно, мужик, нормальный, понимаете, весь в золоте, богатый. И он еще, представьте, мало того, что он хвалится своими деньгами, он еще хочет похвалиться своей женой. Я бы на месте Астинь, для меня была бы честь. Представляешь, самый богатый, самый крутой решил позвать. И он ее зовет, а она говорит: пшел ты. И потом неудивительно, что он с ней развелся. Что это было? Это была самоуверенность, наглость и ни у какого упования на Бога. Но потом этот же самый царь выбирает себе в царицу и в себе в жену после развода. Выбирает Есфирь. Чем отличалась Есфирь? Она была, смотрите, у нее не было никаких шансов. Она была бедная и она была сиротой. Кто читал книгу Есфирь, вы это видите. Сиротой и бедная. Какие шансы попасть на лоно к царю? Никаких, на ложе к царю. Но у нее появилось самое важное качество. Она умела молиться. И она знала то, что Бог создал ее красивой. Она молилась, она любила Бога, и она знала свое предназначение. И Бог провел ее через все трудности жизни, и она оказалась в царских чертогах. Я думаю, что, сестры мои дорогие, у вас такое же будущее. Но мы сегодня сейчас поговорим об одной чудесной женщине, совсем о чудесной, которую я искренне люблю. И если бы я жил в те времена,
Я бы с удовольствием бы с ней пообщался. Это историки, кстати, говорят разные вещи, теологи. Одни говорят, что это о ней идет речь, другие не о ней. Это Мария Магдалина. И как ни странно, что Мария Магдалина, в Библии не сказано, что она та самая блудница, которая омыла волосами своими ноги Иисуса. Но многие из церкви говорят, что это об одной и той же женщине идет речь. И давайте прочитаем о встрече Иисуса с этой женщиной. Лука, 7 глава, с 36 стиха. Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи, и он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, встав позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. И, видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он сказал: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного земодавца было два должника. Один был должен 500 динариев, а другой 50. Но как они оба не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне не дал на ноги, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются тебе грехи». И возлежавшие с ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает? Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром. Какая сильная история. Она вообще меня глубоко касается. Представьте. Заметьте, что эта женщина, написана была грешница. И грех ее состоял, в принципе, в блуде. Потому что тоже, если взять параллельные места Писания, она просто была блудница. Вы знаете, можно предположить предысторию. В Израиле в древнем богатые женщины не становились блудницами. Как правило, люди становились проститутками женщины, потому что им нечего было зарабатывать. Можно как бы предположить, что у нее не было денег. Возможно, она была из бедной семьи. Мы не знаем. Библия об этом ничего не говорит. Но мы знаем, что что-то на земле послужило к ее падению. И вы знаете, сатана с самого начала, как только Бог сотворил человека, делает все, чтобы человек не состоялся как личность. Он делает все, придумывает для этого, начиная от атеистического мира, заканчивая либеральным представлением «делай, что хочешь», и заканчивая даже религиозными представлениями, чтобы унизить человеческое начало. Хочешь служить Богу? Замотайся во все черное. Одень такие дурацкие ботинки и обязательно одень на себя еще мешковину, тогда угодишь Богу. Друзья мои, что, Бог создал женскую красоту, чтобы ее сгноить в монастыре? Господь создал женскую красоту, чтобы сам же мог наслаждаться ей. Поэтому женщина красивая. И представьте, дьявол делает все, чтобы унизить женское достоинство. И однажды женщина опустилась на этот путь. Вы знаете, многие люди, многие женщины в жизни сделали то, что не стоило бы делать, как и мужчины, кстати. И они сделали, и это осуждение жило в ней глубоко. И знаете, никто, наверное, не прикасался к ее жизни по-настоящему с любовью. Ее лапали много мужчин, по большому счету, так ведь? Многие брали ее, пользовались ей, но никто не заглядывал, что у нее в сердце. На самом деле там была целая история, о которой мы тоже ничего не знаем. И вот знаете, Иисус и пришел только для одной цели – чтобы поднять разрушенное и униженное и поставить на высоту. Сегодня, знаете, сколько оставленных женщин, сколько сегодня женщин-наркоманок, сегодня женщин-блудниц, большое количество. Сегодня точно так же. Сегодня женщин очень много изнасилованных, брошенных своими мужьями, и у них остаются глубокие раны в сердце. И они порой идут по этому пути дальше. И потом многие мужчины высокомерно говорят: блудница, грешница. Что сказал фарисей, священник, если вы видите? Он говорит Иисусу: если бы он знал, кто эта женщина, он бы тогда не позволил ей прикоснуться к себе. Представляете, в то время понятие святости, это было, как сегодня тоже в религиозной системе. Я свят, ко мне прикасаться нельзя, я святой, ничто нечистое не прикоснется. Иисус был святей всех святых, поверьте. Он был святей каждого фарисея и каждого отца церкви, любого монаха. Это был Иисус. И вдруг самый ключевой момент, когда в человеческое представление говорит: к тебе ничто не должно нечистое прикасаться, приходит блудница и начинает прикасаться к его ногам. Она трогает его ноги, она плачет. Это был прообраз глубокого покаяния. Вы знаете, я глубоко уверен, Бог способен поменять любого человека через глубокое покаяние. Вопрос не в том, хорошие мы или плохие. Вопрос в том, как мы хотим проводить свое будущее.
где мы хотим жить, в каких условиях. Многие из вас, я знаю из вас, из наших драгоценных сестер, когда я слушаю свидетельства ваши, у меня уши вялят. Одна сестра мне рассказывает, говорит, столько лет прокололась, столько лет провела такой образ жизни ужасный, а сейчас на нее смотришь, сияющая, замужем, и ты думаешь, Господи, она даже не стыдится об этом говорить. Почему? Потому что все это было в прошлом. Почему в прошлом? Почему она не стыдится сегодня вот этих фактов? Да потому что Иисус прикоснулся к ней. Вы со мной, дорогие? А что у нас было в прошлом, это уже в прошлом. Сегодня Иисус из нас сделал новое творение. И вот она плачет. Иисус сидит, молчит и смотрит. Представляете? Картина совершенно неадекватная. То есть, по большому счету, совершенно неадекватная. Кто-то капает слезами на ноги, волосами вытирает, и все мужики смотрят на эту неадекватную картину. А Иисус, знаете, как будто не обращает внимания. Он дальше общается. И Симон в своей голове подумал, он не пророк никакой, Иисус не Бог, это вообще неправильная церковь, я все перепутал, это вообще не пастор, он даже не понимает, какая женщина прикасается. А Иисус написано, зная, что у него в сердце, он давно уже понял, что у него в сердце, просто он не понимал трактовку. И он говорит, слушай, парень, я тебе хочу одну историю рассказать. И Симон такой, да, расскажи. Двое были должны одному, и один был должен 1 000 000 рублей, а другой был должен 100 рублей. А тот встал с утра, у него хорошее настроение, и он простил им обоим. Скажи, кто будет больше уважать его? И тот говорит, ну, конечно, кому 1 000 000 простили. И он говорит, вот, 1 000 000 простили, то правильно ты судишь? И говорит, вот теперь смотри, Симон, когда я пришел к тебе домой, по израильскому обычаю нужно было поцеловаться, мужчины целовались всегда. Конечно, не в губы, как сегодня, другая трактовка. Это Восток. На Востоке, когда мужчины целуются, это не значит, что они неправильной ориентации. И он говорит, я пришел, ты забыл меня поцеловать. Знаете, почему он забыл? Да потому что он не был уверен, что Иисус может что-то сделать. Он еще не был уверен, не посвящен Иисусу, как своему Спасителю. Поэтому он так воздержался, на всякий случай. А вдруг что-нибудь потом с ним случится, я скажу, я не с ним. Он говорит, к сожалению, ты меня не поцеловал. Ты знаешь, обычно обряд такой есть. Когда приходили в древнем Израиле люди в дом, ноги омывали либо рабы, ну, либо если рабов не было, хороший был гость, то хозяин должен был омыть ноги. Он говорит, ты даже раба не прислал мне ноги помыть. Для того, чтобы я пришел с дороги, и ты помыл мне ноги. Она мне слезами все это обливает. Она целует не меня, а лицо мое, потому что она не пришла меня целовать как мужчину. Она целует мои ноги. Симон, ей все прощается. И когда он сказал «прощается все», другими словами, он говорит, а с этого момента ее жизнь полностью изменится. Она с сегодняшнего дня обречена на счастье. Логика человеческая говорит, не может быть счастья у той, которая была блудница. Не может быть никакого счастья. Никто ее не возьмет замуж, она никому не нужна, у нее нет образования. Иисус говорит, ну если я к ней прикоснусь, вот если я прикоснусь, вот только подумайте, если я к ней прикоснусь, если я только прикоснусь к ее жизни, то ее несчастье превратится в счастье. Даже если она никогда не выйдет замуж, даже если никогда, я заменю ей мужа. Даже если у нее никогда не будет детей, она обретет счастье в том, что есть у нее я, Господь. И я знаю, что она обретет счастье внутри своего сердца. Это самое главное, что нужно человеку. И вы знаете, после этого он говорит ей, женщина, иди, прощаются грехи твои, вера твоя спасла тебя. И Библия говорит дальше, интересно, что она служила ему до конца жизни. Луки 8 глава с 1 стиха. После сего он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царство Божие. И с ним 12. После запятой смотрите 2 стих, что говорит. И некоторые женщины, которых он исцелил от злых духов и болезней, Марии, называемой Магдалиной, из которой вышли 7 бесов. Библия говорит здесь, Марию называют первой. Она первая в списке, кто пошел после учеников. Обратили внимание? Давайте посмотрим еще одно место Писания. Луки 23 глава. «И весь народ, шедшийся на это зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь. Все же знавшие его и женщины, следовавшие за ним из Галилеи, стояли вдали и смотрели на это». Смотрите, обратили внимание, что при распятии Иисуса были ближе всего к нему именно женщины, те, которых он простил. 55 стих. «Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись же, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. Но в первый день недели, 24 глава 1 стих, очень рано, принеся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, то нашли камень отваленным от гроба, и войдя не нашли тело Господа Иисуса». Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали перед ними 2 мужа в белых одеждах, блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им, что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет. Он воскрес.
Первые, кто услышали послание о том, что Иисус воскрес, были кто опять? Женщины. И я уверен, что среди них была именно Мария Магдалина, та самая, которая вначале не пользовалась никаким успехом у людей. Но здесь она постоянно с Иисусом, здесь она стала величайшим человеком истории. И вы знаете, сегодня даже по ходу всей этой истории вокруг Кода да Винчи люди с ума сошли, только потому что так и не поняли роли Марии Магдалины. Она не была больше проституткой, она больше не была любовницей, утешительницей чего-то, сексуальных похотей. Она была ученицей Иисуса, одной из лучших, которую Иисус простил, самое большое. Слышите, я недавно совсем сижу, читаю опять какую-то статью в поезде, и там читаю опять про Код да Винчи, думаю, люди ничего так не поняли в истории. Если бы у Иисуса нужна была любовь какая бы, либо, он бы не приходил на землю, он был Бог. Его цель была изменить людей. И поэтому его цель также была не жениться на Марии Магдалине, а изменить ее сущность. Поэтому, друзья мои, если Иисус прикоснется к вам сегодня, он способен изменить все в вашей жизни от начала и до конца. Давайте поднимемся и будем молиться. Я глубоко верю. Когда женщина по-настоящему начинает молиться, просить Господа, чтобы Он простил ее, дал ей новую жизнь со Христом, Бог может сделать огромные перемены, которые начнутся в сердце, не внешние, в сердце должны измениться. В сердце должно произойти изменение, внутри, и только потом это будет влиять уже на все остальное. Я уверен, что Бог даст вам хорошего мужа, у кого нет еще мужа. Молитесь за мужчин. Молитесь за них, чтобы они были как раз вот такими. Чтобы не пил, не курил, цветы всегда дарил. Они ходят по улице, только они пока похожи на обезьян. И по той причине, потому что за них никто никогда не молится. Никто им не говорит истину. И поэтому они, как раз эти противоположности взять, не пил, не курил, пьют и курят. Да, пил, курил, что там, цветы дарил, цветы не дарят. Чтоб зарплату отдавал, зарплату не отдают. Тещу мамы не называют, они в конфликте с тещей, потому что теща всегда на твоей стороне. Был к футболу равнодушен, они только живут футболом и хоккеем, потому что единственное, где они могут отстать от тебя, как он так думает. Так ведь? И к тому же, что там дальше? В компании был не скучен, обычно в компаниях, ну такие скучные, выпил и все, и сидит. В одну точку смотрит. Друзья мои, Бог сотворил нас прекрасными, мужчин и женщин. Мы только должны научиться встречаться с Иисусом и молиться. Аминь. Давайте помолимся. Кто как может, кто-то может поднимает руки к небесам, кто-то так молится. Отец, я прошу Тебя, Господь, прикоснись к этим сестрам, Господь, прикоснись, Господь, к женщинам. Отец, я прошу Тебя, подари новую природу, Господь, сестрам, которые пришли в первый раз, женщинам, которые пришли в первый раз на собрание христианской церкви, евангельской церкви. Господи, тем сестрам и женщинам, которые никогда еще не молились по-настоящему Господу от сердца, подари, Господь, подари сегодня им спасение, Господь. Я прошу Тебя, я молюсь, Господь, за тех, кто уже давно во Христе, Отец. Помоги, Господь, осознать, что если Иисус прикоснется, то тогда все изменится. Иисус, я прошу Тебя, благослови их. Благослови, Отец, Твоим благословением. Отец, пусть придет Твоя жизнь, Господь. Пусть придет Твоя жизнь, как она пришла к Марии Магдалине. Как она пришла к этой женщине, которая смогла, Господь, слезами омыть ноги. Господь, волосами отереть ноги. Отец мой, когда к ней пришла вера в то, что Иисус способен изменить всякую ситуацию. Отец, я благодарю Тебя. Она стала молиться. Она стала понимать, что именно в Боге ее спасение. В Боге, Господь, утешение во всемогущем, прощающем. Спасибо Тебе, Царь. Мы молимся, Господь мой. Просим Тебя, Отец. Просим Тебя, Отец. Сестры, молитесь за мужей своих. Молитесь сейчас, я прошу, молитесь за них, чтобы Господь дал вам силу молиться за них. Чтобы мужья ваши изменялись в образ тот, каким был Иисус Христос. Отец мой, я прошу Тебя, измени, Господь, мужей. Измени мужей, Господь. Я молюсь, чтобы наша молитва, Господь, достигала небес. Отец мой, дай им встретиться с Тобой лично, Господь, как со Спасителем. Отец мой, мы молимся, просим Тебя. Наша молитва реальная, живая, Господь мой. Я прошу Тебя, Господь. Прошу Тебя, Господь. Подари им, Господь, мужей, которые не изменяют, которые живут, Господь, по благодати Твоей, которые сами молятся за свои семьи, которые набираются смелости молиться за своих детей, набираются смелости молиться и мечтать в хорошее будущее своих детей, которые благословляют своих жен. Спасибо Тебе, Царь, спасибо Тебе, Бог. Мы молимся и благодарим Тебя, наш Царь и Бог. Аминь, аминь, аминь.